Добрый день! Сегодня мы рассмотрим чехол клавиатуру марки Alux TL-283, TL-282 и TL-281. Сразу скажу, что отличие между ними в непосредственном интерфейсе. То есть сам внешний вид у них, как вы видите, одинаков. Как и сам принцип построения. Давайте перейдем к детальному рассмотрению данных чехлов. Серия TL-283 оснащена интерфейсом USB. Серия Atlux TL-282 оснащена интерфейсом Mini-USB. И, наконец, серия TL-281 оснащена Micro-USB. Давайте детально рассмотрим, как это будет выглядеть на примере подключения к планшету. Как вы видите, планшет очень прочно подключается к данному чехлу. Подключаем интерфейс на планшете USB к нашему выходу. Все готово. Теперь нам остается наслаждаться работой. Выглядит это все действительно как нетбук, как ноутбук. Очень удобно. При нажатии чехол не проскальзывает. Клавиши на клавиатуре не продавливаются. Приятные на ощупь. Нужно отметить, материал сделан очень качественно, прошивка везде также выполнена с умом, нигде не вылазят нитки, что говорит о высоком качестве продукции. Внешний материал – кожезаменитель, однако качественный и приятный на ощупь. Не выглядит дешевым и отлично подойдет для любого человека. Я вас благодарю за просмотр. Встретимся в других обзорах. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.